Полные бои в отличном качестве в прямом эфире и в записи смотри Синтанта Спорт. Ссылка в описании. Бенсон Хендерсон и Ислам Мамедов на месте, и мы начинаем. Центр клетки забрал именно Ислам с первых секунд поединка. И именно он давит, стараясь работать первым номером. Без особых разменов прошла первая минута, присматривались бойцы, и никто не форсировал. Спокойно проходил поединок, Бенсон работал лоу-киками, а Ислам иной раз выбрасывал панчи в сторону головы Хендерсона. А затем, после половины раунда, пошел Мамедов в борьбу и прижал соперника к сетке. А затем попытка броска, но сконтрил Бенсон и сам оказался сверху, однако встал Мамедов, и затем уже он оформил тейкдаун. Но Бенсон успел поймать голову Ислама на гильотину и очень долго пытался задушить своего визави. Но вывез этот момент Ислам, выбрался из гильотины и закончил раунд в топ-позиции. Однако захват, конечно, был плотный, заставил понервничать и нас, и Хабиба Ислам. Второй раунд вновь начал с давления Ислам. Без большого количества ударов проходит поединок, Бенсон, как и в первом раунде, в большей степени работает лоу-киками, а Ислам подбирался все ближе к Хендерсону и смог таки с серии ударов войти на ближний и оформить перевод. Дальше забрал спину Ислам и пытался душить, но уже характер показал Бенсон, и вылез он из опасного захвата. И пошла жара в партере. То один, то другой угрожали друг другу приемами и старались перехватить инициативу. Долго боролись бойцы, и как итог смог встать Бенсон, но встал он с рюкзаком в виде Ислама на спине, и Мамедов долго запрягать не стал, пойдя на удушение прямо в стойке. Однако вновь пережил этот эпизод Бенсон, и нас ждет раунд за номером 3. Завершающий отрезок Бенсон начал более активно, чем первые два, больше ног он стал выбрасывать по всем этажам. Также собственный центр клетки забрал Бенсон, и именно он оказывал давление в первые пару минут. Однако потом Мамедов запер Бенсона у клетки и тут же легко стянул его вниз, перейдя к борьбе. Но не так все просто внизу, Бенсон тяжелый соперник и угрожает он болевым на ногу. Но Ислам смог занять удобную позицию и начал накидывать по голове Хендерсона. Мало ударов по итогу в партере мы увидели, но контроль был за Исламом, и нас ждет решение судей в этом крайне близком поединке. А решение у нас получилось раздельным и в пользу Бенсона Хендерсона, с чем мы его и поздравляем. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка, просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании. Если ММА часть твоей жизни и ты хочешь в прямом эфире видеть все яркие нокауты и драматичные развязки поединков, то тебе в Синтанта Спорт. Только Синтанта Спорт показывает полные турниры Bellator, церемонии взвешивания и тематические программы, а после событий проводят разборы поединков. Подпишись, ссылка в описании.